Казанский университет дал старт поезду здоровья. На открытие мероприятия отправились иностранные студенты подготовительного факультета. Подробнее в следующем сюжете. Каникулы для студентов продолжаются вместе с поездом здоровья. Впервые мероприятие прошло на территории астрономической обсерватории имени Энгельгарда. Для студентов провели инструктаж и предоставили лыжи. Некоторые участники впервые встали на лыжи и попробовали себя в новом для них виде спорта. Мы делаем по два выезда. Первый автобус у нас выезжает в 9 утра, второй автобус в 11 дня. Катаемся примерно 1,5–2 часа, пьем горячий чай, едем обратно в Казань. И я думаю, у нас рассчитано то, что это пройдет весь февраль и весь март. Все подробности по проекту «Поезд здоровья» можно найти на сайте Казанского федерального университета. Энджи Минибаева, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.